На рынке недвижимости в Дагестане растет количество сорванных сделок. Это мнение риэлторов. Курс валют нестабилен. Продавцы боятся оказаться с деньгами, которые могут обесцениться. А покупатели рискуют приобрести устаревшую неликвидную вторичку. И в такой ситуации важно сделать правильный выбор. У нас СМИ очень сильно пугает народ тем, что новостройки – это вот везде обман. А на самом деле это единственная возможность сейчас сохранить у людей деньги. Другой возможности у нашего населения сохранить те накопленные средства нет. На данный момент в домах первой очереди, которые сдаются в этом году и следующая очередь через 2 года, распроданы практически все квартиры, и у всех людей зафиксированы их квартиры по той цене, по которой они покупали там 3 года назад, остались без изменений. Они все довольны и счастливы, что они успели вложиться и в ближайшее время уже там могут делать ремонт. Лидером по продаже квартир в Дагестане стала компания «Олимпстрой». По результатам опросов многие назвали компанию «Олимпстрой» самой надежной и доступной на рынке недвижимости. Стоимость квартиры фиксирована и не меняется из-за скачков цены курса валют. Квартиру можно приобрести в рассрочку на 5 лет с любым первоначальным взносом. Я приобрел квартиру в этом доме на 7-м этаже. У меня квадратура 84 квадрата. Очень долго искал квартиру, ходил, обошел, можно сказать, очень множество строительных компаний. Решил вот вложиться. На начальном этапе было не так много денег. Плюс еще вместе с супругой вложили этот материнский капитал. Уверен, что до 2023 года дом закончит, и тот ежемесячный платеж, который у меня по договору идет, что он не поменяется. Это гарантия этого застройщика. Честно сказать, сейчас на рынке продаж квартир не все, к сожалению, такие условия предоставляют. Эксперты утверждают, что приобретать дом надо со стадии котлована. Именно на этом можно существенно выиграть. Опытные риэлторы говорят, что это самое выгодное вложение, на котором не отражается кризис в строительной отрасли и в экономике в целом. Более того, своевременно сделанный вклад в надежный фундамент – своего рода инвестиция. Мы учли возможности нашего населения. У нас есть предложение на любой бюджет. Квадратуры любые. Мы принимаем материнский капитал с первого дня. Мы фиксируем цену только для тех людей, которые уже заключили договор. Цена на квадратный метр в самом доме поднимается, и у новых покупателей она растет. Сам дом на начальном этапе, он и так стоит дешевле, чем готовая квартира. И кризис в стране происходит стабильно каждые 5 лет. Мы к этому кризису готовы. Они заложены в стоимости квадратного метра. У нас нет необходимости поднимать ее именно для тех клиентов, которые взяли. Они должны быть спокойны за свои квартиры и за свои деньги. На сегодняшний день самым популярным проектом компании является жилой комплекс «Арена Парк». Здесь за 1 месяц продается более 200 квартир. Представители компании заявили, что санкции никак не влияют на темпы строительства новостроек, так как все основные строительные материалы – бетон, арматура, кирпич и прочее – производятся в России. Лариана Шамхалаева, Салман Гетихмаев. Новости ННТ Махачкала.